Счастливчик медик. Так, колода сильная, но я сегодня какой-то, не знаю. Какая-то муть сегодня творится и не прет. Скарлетт мне чат сломала. Вот. Не было ее неделю. Приехала, сломала чат. Ну, как-то. Аренки больше пяти не получается, хотя колоды все крутые были. Давай даже от служителя пока откажусь. Ну, шелк мини-бот есть, здорово. Вот она, вот она. Задоначено. На самом деле какая-то унылая рубашка, она даже вообще как бы не сильно-то какая-то светящаяся. Просто черно-оранжевая. Окей. У меня есть трусильвер, у меня есть сансер, у меня, в принципе, все, что хочешь, есть. Квест. Ну, это вполне неплохо. Здесь, конечно, саунсер войдет то, что надо. Хотя я могу это зачистить. Так, вариант один. Я бью сюда, я делаю саунсер сюда. У меня остается 2-3 против моего 1-1 плюс 4-3. Неплохо. Другой вариант. Я достаю трусильвер. Убиваюсь сюда, убиваюсь сюда, убиваюсь сюда. У меня просто трусили в руках, у нее ничего нету на столе. Что тоже неплохо, но я все же предпочту, наверное, сенсора. Конечно. Конечно, чтоб светилось. Ну, я даже свет выключал, она светилась. Задоначенная же. Она должна быть прям вау-вау-вау какая. Неожиданный ход с его стороны. Ну ладно, что ж. Вперед, трусилер. Я могу как бы достать спайдер-танка плюс парня и вот это дело разменять. Ну, может быть, это и лучше. Да, давай. Против приста, против воина, это очень здорово вот этих ребят клепать. Чем их больше, тем лучше. На следующий ход могу трусилер сделать, плюс парень. Куда? О, это лучше, это лучше. Только проблема в том, что я ничего с этим не сделаю больше. Но это все равно лучше. Ну, парни сделаю, хорошо. Может, бомбер на следующий ход кину. Да, не люблю я его на паладине, убивает рекрутов он наших. Собственно, стрелпуль я так и написал. Да. Ну давай. Не, ну ты как бы молодец, конечно. Убил парня, но 4 мне-то в лицо зачем?
На этот ход мне же, конечно, желательно сделать восьмерку. Да, давай, кидай дез. Не будет деза. Ну, ладно. Тогда я тоже ничего не буду кидать. Ну, вот это или это, я не помню точно. Карта, которая сюда таргетила, скорее всего, это именно дез. Поэтому я не буду пока доставать вот это. Окей. Эта карта может хорошо сыграть. Давай, что-то мне очень большое. Хотя, конечно, ну, надо было поставить вот этого парня сюда и забафать его на сплотдамидж, потому что... Ну, хотя, если он предыдущий ход не сделал дес, то сейчас это существо просто на 2 меньше. Но со сплотдамиджем. Да, все же сделал дес. Окей. Это ерунда. Вторая девочка. Странный типчик. Или ничего. Окей. 4-6. Ну давай. 3. Не, побыстрее, конечно. Ну, как бы я мог достать матроса, но мне нужно побыстрее избавиться от вепона, потому что у меня другие два есть. Окей. Без дела лежат. Неправильно. Окей. Верю я в то, что у него одна единственная карта, и это Mind Control. Да какая разница, мне все равно сейчас не доставать. Положим диванчил, чтобы какая-то Холли Ноу не убила. Сколько урона на следующий ход? 4, 3, 2, это 9, 5. Окей, сейчас, секунду. 6, 11, да, здесь. И 9. Мне не хватает. Ладно. Можно было оставить его в диванчалде, но... Да, тут уже без разницы. Это же что хочешь можно делать. Утер и Шайна. Тоже не очень нравится мне зубастые. А так у тебя же была вроде как медик из Эра уже. А это не надо, это не надо, это не надо.
Ну, я могу это... Да, я, наверное, сделаю так. Разбал. У меня будет тройка. Лечения у меня достаточно, поэтому не так страшно то, что... Вроде он мне урона много нанесет. Окей. Это урон в лицо. Давай это заберем. Пускай так бьется, я, наверное, бомбера закину. Интересно. За орден! Да, вполне себе классный бомбер. Наверное, мне стоит 1-1 сначала куда-то ударить. Пас. Карлет, наверное, ударю. Давай. И лучше поэтому. Давай поэтому. Потому что мне важнее сюда попасть, единицу. Ну, если я ее оставлю живых, то ладно. Нет, никого не оставил. Вот это нормальный бомбер. Во, все как надо. Неплохо сыграно. Спасибо. Это настреливает мне по лицу. Хорошая для Mirror Entity проверка. Нет. Дубликейт? Что же делать? Ладно. И ничего. Хорошо. Даже Flame Strike не очень страшно. Вообще не страшно, я бы сказал. Blizzard. Я точно достану шилд мини-бота. Может, да, шилд мини-бот. Парень.
Ну, наверное, тебя достану. Хотя, может быть, этого и достаточно мне. Ну, давай, достаточно. Я боюсь какого-то еще Близзарда, какого-то Флеймстрайка. Я пожадничаю немного. Интересно. Вот он, Флеймстрайк. Теперь можно пятерку достать. Что-то за единицу у тебя еще есть? Не хочет. Да давай пятерку и... Просто парень. Ну, пускай даже мне убьет 4-4. Манаверму. Ничего страшного в этом нету. Кобальт, конечно, Талноса он не заменяет. Очень условно. Там сила Талноса в его дрове. Помимо спалдэмэджа. Кобальт несерьезен. Ну, наверное, чуть побольше тогда займу стол. Ну, конечно, страшно будет, если второй флеймстрайк. Неприятно. Хорошая пятерка, хорошая тройка улетают сразу. То есть еще может быть флеймстрайк. Да не, он бы сделал. Он бы ни секунды не раздумывал и кинул его. Просто ни секунды. Это, наверное, будет консекрейшн. Ну, да, 3-4 можешь меня убить. Или 4-4, конечно, лучше. Странный выбор. Почему убивать 3-4, если можно убить 4-4? Кто его знает, кто его знает. Ну, у меня будет... Труселер, я тебя убиваю, труселер, я тебя убиваю. Оставить его? Да не, не буду. Хочу нормальную двойку, а не. Ну да, неплохие такие двоечки. Ну, есть три уже, хорошо. Ну, не против, если просто выстрел бой. Давай.
Я не против 4-4 с его стороны. Давай, огра. Это не монетка, это огр. Труванга. Может, на следующий ход Blessing of Kings будет. Крутбол. Окей. Секрет. О, тут, наверное, нужно сансером не пустить в бой. Mirror Entity. Твоя магия тебя не спасет. А такая комбинация вам как, господа? Да. Давай, пас. Мне обязательно что-нибудь убить с Трусильвера сейчас. Ну ладно, хорошо. Комбинации в бой. До флеймстрайка еще ход. Ладно, я разменяю так, мечом убью собаку. Достану вот этих, наверное, двух. Да, давай. Могу сделать такой флеймстрайк, который еще и по лицу бьет. Это, к сожалению, не очень здорово. Ну, ладно, Трусильвер еще один. Давай. Может, я тебя в лицо сейчас пойду? Такой вопрос. На столе 8 плюс 4 плюс 4. Плюс 8. Это 16. Ну, вообще, да, можно и в лицо пойти. Да нет, какая-то уж совсем вообще сумасшествие. Не хочу даже его подставлять под флеймстрайк. Я же его ожидаю. Я хочу лучше как-нибудь по мелочи, для того, чтобы вот его достать и разменять, всех наубивать вражеских персонажей. И выиграть спокойно. Футбол. Окей. Это партия за тобой. Именно это надо сказать. Ну, фаербол. Ну и ладно. Давай передохнем. Окей. Я тебя убиваю, я тебя убиваю. Справедливости.
вмешиваться. Я буду сражаться с честью. Попытка найти двойки номер два. Ну, двойка. Вот, без базара. Давай. 2-2. Два на три. Ну, кстати, я могу вот этих двух ребят сделать. Да не. Мои глаза всегда открыты. Я мечтаю быть похожей на тебя. Опасно. Integration. Давай хоть как-то позаймем стол. Я не знаю. Металл. Окей. Раз. Так, я, конечно, могу попытаться выстрелить сюда, но я не сильно верю в успех такой. Наверное, мне стоит достать просто пятерку. А что мне разменять с пятеркой? 3-2. Могу манавир мою забрать, но это как-то так. Да, наверное, все же манавир мы я заберу, просто потому что, если, как бы, захочет вот так вот удариться и пин сделать, то останется в живых вот он. Конечно, он может сделать Blizzard, учитывая, что стоит девочка на столе. Но хрен с ним. Что же делать? Да, у Кинайка и целебное касание, это, конечно, классно. Классный комбо. Это в основном присты такое делает, когда воруют несколько дроида. Ну, сейчас уже, конечно, мало играет целебное касание. Окей. Я не сильно против. Я могу сделать эквалити, но это не надо нифига. Давай я так сделаю. 4-3. Ну давай. Больше ребят с одним хп. Причем он неправильно, мне кажется, стреляет. Лучше, конечно, убрать, на мой взгляд, 2-1, потому что тогда я смогу убить его.
не смогу убить его дракона. Что же делать? Да. Потому что мой чувак 4-1, он в заморозке еще довольно долго продержится. Я могу достать его. Могу достать вот так вот. Конечно, попадусь на флеймстрайк, но ладно, флеймстрайк я могу так, в ответочку ему кинуть. Да, не, лучше, наверное, все же его. Может, даже два консекрейшена сделал на следующий ход. Если он достанет какое-то существо с 6 хп. Ну, например, Спектрал Кнайта. Пробьет обоими в лицо 4-4. Я два консекрейшена дам. Нет, здесь два консекрейшн не пойдет. Я могу, конечно, культи консекрейшн сделать и... Ну, опять у меня будет два существа с единицей здоровья. Заберу у него трех вроде как. Ну, это так себе. Так. Дай мне подумать. Давай. Может, действительно лучше вот так вот сделать. Не, давай так. Больше ребят с одним хп, это не важно. Ну, убьет он мне 5-1, и что? Какая разница? Не убьет 4-1. Против этого стола никакой роли, по сути. А так вроде, ну, я убиваю 5-5. Лишний урон может быть в лицо. Мне наплевать то, что он так разменивает, потому что, по сути, я их ставил, чтобы консекрейшеном одним накрыть. Да, ну хотя, может, и спасает. Не знаю. Окей. Я тоже хочу что-то подрочить. 2-2. Ну да, тоже одну карту возьму я. Да ну. Аргус. Ну хорошо, культи консекрейшн.
Пора Трусильвера поднимать. Немного передровал. Ну ладно, я думаю, я справлюсь. Трусильвер? Или Blessing of Kings? А я бы тоже на его месте Диван Шелтер лучше разбил. Да, вот теперь стрёмно, потому что как бы... А вдруг Flamestrike? Ну что поделать. Flamestrike меня накат... Надо было, наверное, даже ударить 2-2 по чемпиону, потому что именно Flamestrike накатит. Ну нет, нету Flamestrike. Хорошо. Еще один йети. Неплохо. Неплохо. Но главное не на 1-1. God damn it. Блин, ну просто как бы заранее его это глупо было отдавать. Если вы настаиваете. Оружие на изготовку. Бою. Свич. За нас жена. Что приказали? У меня больше нету лечения. Это легкая проблема. А еще у него ус. Ну и лечение с Трусильвером может быть, правда. Dark Iron Dwarf, армор. Хорошо. Я могу сделать реверсинг свитч, убить его. Давай. Какой-то пиробласт и труп. Неплохо сыграно. Был фаербол. Найс, Лэнс еще. Найс, Лэнс. Нифига себе. Да. Окей. Ну, в итоге что? В итоге просто катастрофические. То, что... На 1-1 у меня выпало. Ну, что-то другое бы выпало, и у меня было бы все отлично. Диван Шилд проиграл 25%. Да, Рэнджи сегодня... На одно нормальное там... 3-4 вообще ужасно. Давай, да, что так сделаем. Есть двойка, окей. Ну, здравствуй, встреча. Пиратик. А мне пушка. Yeah.
этим займусь. Окей. Трусильвер? Давай, Трусильвер. Если он достанет Йети, которого, ну или Сенжина, которого вроде как я не убиваю Трусильвером, я просто его переверну. Плюс парень. Да и все хорошо у меня. Если бы не было алхимика, я бы, конечно, ну, стеснялся бы достать Трусильвер, потому что именно вот из-за существ с 4, с 5 хп. Я вроде показал меньше, теперь он... Ага, теперь я его обойду. Нет. Даже обойти не может. Просто парень тогда. Наверное, я достану лучше за нас Жатар, потому что если я достану рыцаря Длани, он убьет 2-2, и это нифига не здорово. Хотя, конечно, я могу подставить ему 2-2 для того, чтобы он попадал под консекрейшн. И вроде как бы следующую шестерку я могу потенциально убить. Интересно. С помощью 4-4 консекрейшн и парня достану. Но нет, давай я лучше так. Окей. Окей. Я могу сделать... Значит, первый ход. Я делаю консекрейшн. И вот его. Да, наверное, это лучший ход, потому что... Ну, у меня будет 2-2 на столе. У него не будет ничего. У него нету карт. Да, давай. Все, пошел в оборону. Ну, да. Так я вроде давно в футболках. Балуюсь. Серый там. Например. Экзекут. Хорошо. Я могу вот это кинуть. Йети посмотреть, сколько выпадет. Солидно выпало. Пускай сдается.
Опять вот эти твои сутики. Да давай. Все, больше я не буду получать урон по лицу. 15 это... Да. Та цифра, против которой, ну, с которой нельзя проиграть. Двенадцать урона за две карты. Нет. Экзекут. Быстро. Я им давно сказал, что все. Нет, что-то сопротивляется. Давай я ставлю 1, 3, 4. Он меня сокрушит, то. Не знаю. Да не, он только сокрушит меня. Нормально все. Не хочу шелк мини-бота. Ну ладно, хорошо, я тебе такого же покажу. А, нет, у меня вот есть покруче. Я пойду всех троллить. Извини. Крокодил. Монетки у нее нету, трусили урон не достанет. У меня, наверное, карта дровна. Жду приказаний. Да. Именно это я и сделаю. Сильвер, ну, убьет мне вот его. И ладно, ничего страшного. Дай мне подумать. Только ради тебя, стая огурчиков. Только ради тебя. Я буду всех их уничтожать. Форсир. Форсит не очень здорово, если честно. Давай так. Хороший очень вепон, конечно. В борьбе паладин на паладин. У меня тоже такой есть. Здесь я его подниму. Ну тут такое, тут я ему лицом так подставил, чтобы
Всех на свете хотел он убить. Сайленсер, окей. Сайленсер, так сайленсер. Моя магия тебя не спасет. Можно даже его повесить, положить. Да не, я так лучше сделаю. Ну, против консекрейшена хуже. Да, но в любом случае. Ну, хотя нет. Так он мне так ударит. Так ударит, так ударит. Консекрейшн. Да, я все же отдам ему 1-1 лучше. Майн контрол тег, консекрейшн. Две карты, которые не хочу я видеть сейчас. Поэтому буду играть вокруг них. Интересно. Не рад. Жду приказаний. Убил 1-1. Что делать мне? Пять единицу. Дай мне подумать. В смысле, 1-1? Ну, вообще, могу я его Divine Shield накрыть. Да, давай. Я готов, сэр. Я на страже. Ох, меня сильно Consecration накроет. Да, я не буду так делать, я... парни достану. Окей. Даже в лицо мне ударь. В лицо, давай. Нет. Время консекрейшена на... много? Либо я могу сделать так, плюс так. Ну, консекрейшен я их обоих заберу, и... ну, как бы у меня будет 2-5 плюс 2-2. Если я достану вот это дело, я могу убить его, как бы Divine Shield только разменяю и лицом ударюсь. У меня будет 2-2-2-2. Ну, еще 1-1 могу достать. На всякий. У него, по-моему, Consecration нету. Нет, я лучше, наверное, все же так вот сделаю. Не сказать, что уж прям мечта. Ладно. Северные волки готовы к бою. Ты какой? Бить Фрост-Ульфа? Наверное, все же время вот этого дела. Давай. Либо могу просто его достать, так-так разменять. Ну, Consecration не очень. Да, давай, я все же буду в контроль играть. Страшно.
Я не против даже Уза увидеть сейчас. Против Consecration, да. Сильвер, окей. Ну вон. Тинькофф Кингс. Нет, тут я пойду. Так вот. Пятая победа. Сейчас главное не проиграть два раза. Трусильвер. Давай так. Я сейчас же поищу какие-то такие двойки. Во, вот такую вот двойку хочу. Классный двойка. Я не буду тратить монетку. Можно было, конечно, чтобы достать его, но... Ладно. Хорош тотем. Не атакующий. Этот Трусильвер достану. Не хочу оставлять его на столе. Достанет какого-то Йети, я Blessing of Kings скину сюда. Ну что, он плох. Даже на арене он плох. А про констракт это вообще тут нечего говорить. Нет ничего хорошего, как бы он очень редко у кого может зайти, и он не нужен для этого. То есть сделать какой-то консекрейшн более сильным, да для этого и quality есть, которая дешевле, чем Ancient Mage. Да, и не требует условий, что у тебя два должно стоять на столе. То есть. Плохая карта. Ну ладно. Неплохо разобрался. Может мне еще 2-2 убить. Топорик на своем. Шаман решил не проигрывать. Я думал, все, он уже сдастся. Но нет. Все планирует посопротивляться. За короля! Окей. Второй Трусильвер.
Сенсор, наверное, не очень здесь. Ну, могу, конечно, тотем засенсить, но это несерьезно. Что-то я лучше еще другое поищу. Давай я сделаю так. Я готов, сэр. Ну, давай. Эх. Ну хорошо. Я даже, наверное, сохраню его. Я на страже. Ну, я слишком сильно подставлюсь под грозу, если достану еще его. Не буду. А пока все неплохо. Я держу стол. Паралем, хорошо. Еще один Трусильвер и парень будет. Тут я достану микромашинку. И еще раз парня. Йети. Типун крипер. И что делать? Что-то попытаться дровнуть? Давай что-то попытаемся дровнуть. Могу, конечно, так ударить. Джастиса достать и парня. А что я должен дровнуть? Blessing of Kings не работает. Ну, какой-то Holy Wrath, наверное. На него надеяться. Но это такое слабое, конечно. Consecration. Consecration. Ну, кстати, Consecration нормально зайдет. Да нет, наверное, я лучше его достану. У меня есть еще один вепон, если он так вот убьет, я его добью. Окей. Хорошо. Форсир? Форсир неприятен. Зарп. Окей. Похоже на то. Сначала мы дровнем. Консекрейшн. Ты мне сильно поможешь, Консекрейшн? Ну, я могу вообще-то все зачистить. Да, то есть... раз... Два, три... Ну да. Да, давай, чё, почему нет. Да нет, наверное, это я выиграю. Карты у меня больше, дроу у меня есть что-то серьезное. Нет. Это проблема, ну ладно. Вот и легко обойти. Время танка. Ну, пожалуй.
Хекс будет неприятным, но что поделать. Я вроде попытался с помощью 5-6 проверить наличие его хекса. Но я не совсем понял, есть там или нет. Форсир теперь. Ну, он таргетил Йети в предыдущий раз. Вот этой картой. Ну, раз. Давай я сначала попробую что-то достать. Раз, два. Тут без разницы, кого я буду стрелять. Страшно. Ну, сейчас я начну. Да, вот наконец-таки форсиром показал. Окей. Окей. Тут уже ему, не знаю, до звеньки, если только. Интересно. А-а-а. Миленький такой суицидик.